Человеческий капитал – наше богатство. Под таким названием сегодня в Баку стартовала 11-я международная выставка образования и карьера. Свои университеты, колледжи, общеобразовательные учреждения и учебные центры представляют школьникам и студентам Германия, Австрия, Беларусь, Италия, Латвия, Литва, Венгрия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия и другие страны. Помимо проектов учебных центров зарубежных стран, продемонстрированы реализованные Министерством образования Азербайджана в последние годы новые проекты и существующие возможности для образования. Здесь представлены стенды 14 азербайджанских вузов, в том числе Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Французско-азербайджанского университета, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского университета языков.